Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Давайте заглянем в мою тепличку. Посмотрим, как тут у нас дела. Теплица у меня с помидорами. Здесь тут разные сорта. Вот она, лентяйка. Уже цветет. Вот часть, тут 8 штучек. Укропчик, базилик. Посередине, так как высота здесь самая большая, растут высокие, я их деревьями называю. Это бычье сердце, эвпатор, и еще какой-то сибирский. Так, с той стороны дальше пошли уже карлики маленькие. И один перчик здесь, который колокольчик. Он такой полуострый. С этой стороны сибирские тоже уже цветут. Начинают цвести. По одному, вот тут побольше цветет. Есть два сорта. Сливки такие удлиненные. Вот. Уголочки дайкон немножко посадила. И два огурчика. Огурчик растет. Канистры с водой — это аккумуляторы тепла. За день нагревается, вода аж горячая. А ночью у нас прохладно. И тепло отдает свое. Также здесь по центру, вот по краю, везде редисочка растет. Вчера вырвали все, вот осталось немножко. Тоже когда вырвем, подрастет чуть-чуть. И я это все замульчирую. Как раз скосим газон. Травкой замульчирую все томатики. Вот. Ну, так вроде хорошо растут. Нормально. Подвязала частично. Эти маленькие еще не подвязывала. Пускай так пока постоят. Высокие подвязала. Ну, колышком, а потом сделаю вот такие подвязки к потолку. Вот так из веревок. Делаю такие двойные полосочки. И потом обматываю. Так вот. Перекручиваю. Очень удобно. Мне нравится. Тоже уже начинает цвести. Листья такие необычные, да, у бычьего сердца. Широкие. А вот эти такие толстенькие. Отличаются, да, листья. Так что вот, растут хорошо. Это лентяйка. Ну, прям я удивляюсь, и так быстро выросла, уже цветет. Посмотрим, какой будет урожай. Все, потом покажу вам другую еще мою теплицу. На этом заканчиваю. Всего доброго, до свидания.